опытно-конструкторская разработка наша. Использована коляска Atabok Start и, по сути, приставочка от китайского самоката. Вот установили ее на эту коляску, и коляска получилась с электрическим приводом. Вячеслав нам продемонстрирует сейчас. Вот она, видите, отлично подойдет для помещения и, ну, скажем, по асфальту. Есть освещение. Освещение — очень яркий свет. Вот движение назад возможно и вперед. И если вам не нужен будет электрический привод, вы можете вернуть все обратно. То есть установить. Вот эти два болта откручиваем и устанавливаем. Обратно устанавливаем переднее колесо и используем как обычную коляску. Ну, надо отдать должное, что здесь на эту коляску установили широкую резину, швальба, вот специальная швальба-крузер, которую можно использовать для езды по пересеченной местности. Вот такая вот опытно-конструкторская разработка есть в нашем магазине. Можете прийти и попробовать даже сделать небольшой тест-драйв на ней. Вот, она у нас также продается, если у кого будет на то желание. Приходите, организуем тест-драйв.